Страна под белыми крыльями. Во Владимире проходит неделя белорусской культуры. Все ее события сосредоточатся в областной библиотеке для детей и молодежи на улице Мира, 51. В день открытия там выставили фотографии с видами Белоруссии и книги, рассказывающие о вехах истории этой страны и о ее выдающихся уроженцах. С Белоруссией неразрывно связана биография художника Марка Шагала. Родился там и лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Неделю белорусской культуры во Владимире открыл представитель посольства этой страны в России Александр Власов. У нас в декабре состоялось первое заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь с Владимирской областью, где помимо экономических, торгово-экономических вопросов, вопросов кооперации в производственной сфере, естественно, что звучали вопросы сотрудничества в сфере культуры, в сфере науки, в сфере образования. У Владимира в Беларуси есть два города-побратима – Бобруйск и Волковыск. Причем с последним соглашение о сотрудничестве было подписано совсем недавно, в 2016 году. Делегации этих двух городов уже стали постоянными гостями Владимирской области. К примеру, белорусы активно участвуют в экономическом форуме. Душу греет то, что в Беларуси, в Бобруйске, есть и улица Горького, на которой стоит администрация городская, есть и районы, которые тоже так же, как у нас, происходит взаимодействие с администрацией. В общем, административное построение такое же. Радует то, что, скажем, с советских времен вот осталась эта крепость отношений. У них проходят дни города также хорошо для населения, обязательно с выставками, с показом их новых достижений, обязательно с концертной программой, с салютом. Посетители недели белорусской культуры смогут научиться готовить национальные блюда, танцевать и мастерить игрушки. Для детей запланированы викторины с призами. Расписание всех мероприятий можно найти на сайте областной администрации. Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.